Вчера днем на уроке математики я твердо решил, что мне пора жениться. А что? Я уже в третий класс хожу, а невесты у меня до сих пор нет. Когда же, если не сейчас? Еще пару лет и все. Поезд ушел. Вот мне папа часто говорит: в твои годы люди уже полком командовали. И это правда. Но сначала мне нужно жениться. Об этом я сообщил своему лучшему другу Петьке Амосову. Он со мной за одной партой сидит. Ты абсолютно прав, решительно сказал Петька. Будем тебе на большой перемене невесту выбирать из нашего класса. На перемене мы с ним первым делом список невест составили. И стали думать, он же мне из них жениться. Женись на Светке Федуловой, говорит Петька. Почему на Светке? Удивился я. Чудак! Она же отличница! Будешь у нее всю жизнь списывать! Нет, говорю, на Светке неохота. Она ж зубрила. Будет меня уроки заставлять учить, будет шнырять по квартире, как заводная, и ныть противным голосом. Учи уроки, учи уроки! Вычеркиваем, решительно сказал Петька. А может, мне на Соболь жениться? Спрашиваю я. На Насте? Ну да, она рядом со школой живет, мне провожать удобно. Не то, что Катька Меркулова за железной дорогой живет. Если я на ней женюсь, мне что, всю жизнь такую даль таскаться? Мне мама вообще в том районе гулять не разрешает. Верно, покачал головой Петька. Но у Настиного папы машины даже нет. А вот у Машки Кругловой есть. Самый настоящий Мерседес. Но Машка же толстая. А ты видел когда-нибудь настоящий Мерседес? В него три Машки влезут. Да не в этом дело. Мне Машка не нравится. Тогда на Ольге Бобликовой тебя женим. У нее бабушка готовит. Пальчики оближешь. Помнишь, как она нас бабушкиными пирожками угощала? Ох, и вкусные! С такой бабушкой не пропадешь, даже в старости. Не в пирожках счастье, говорю я. А в чем же? Удивился Петька. Мне бы вот на Варьке Королеву жениться. Вот это да! А что у Варьки-то? Удивился Петька. Ни пятерок, ни Мерседеса, ни бабушки. Это что же за жена ты такая? Зато у нее глаза красивые. Ну ты и даешь, засмеялся Петька. Жене самое главное приданное. Это еще великий русский писатель Гоголь сказал, я сам слышал. А что это за приданное такое? Глаза. Смех, да и только. Ничего ты не понимаешь, говорю я. Глаза – это и есть приданное, самое главное. На том дело и кончилось. Но жениться я не передумал. Так и знайте.